Всем привет! Поехали мы в город. Вероника дома, у нее что-то горло приболело. Болит, горит горло, сопли что-то. Поехали мы в город. По делам там. В ленту зайдем. Сегодня воскресенье, кстати. Пробок сильно не должно быть. Вот. Решили поехать. Машин мало вообще в городе. Воскресенье. Пробок поменьше, я думаю, должно быть. Хладненько так. Кофту одел. Ветер дует какой-то. Ладно, смотрите, не переключайтесь. Вот, да, еще на прибыли, походу. Тучи, 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 все синее такое. Ветер дует. Там вон речка аж какая-то. Будет видно на камеру, нет. Витрина лютый, пойдем. Выходили еще солнышко, просвечивало. Сейчас вообще. Вон какой-нибудь моцик стоит. Сейчас сниму его. Вот такой моцик Харли Дэвидсон. Сейчас пойдем вон туда в ленту, сходим. Белики тут продают. Сколько ценник? 5500. Такой. И этот 5500. Такой велик. Продолговатый арбуз, вот они такие. Погода уже, дождь прошел. Мы вот вышли со спортмастера. Было уже небольшие. Ветер также дует. Санка, пойдем. О, фонтан, никого нету. Никто не купается. В дождик не хотят купаться. Погода как осень уже. Ну реально осень уже, вот, все, листья летят, вот, все осыпается, как неохота осень, охота, чтобы всегда было лето, смотри, вон тополя, все осыпается, листва, вот, да, быстро лето пролетело, вообще быстро, особенно у нас в Сибири. Короткое лето. Сейчас пойдем до карамели. Ну все.
центре города, вот так вот, на Карл Маркса. Просто закрыли. Тканью какой-то фасад здания. И все, забили на все. Вот тут озеро такое. Тут дождика. Декабрьских событий улица односторонняя. Тут еще остались дома. Как памятники вот такие. Двухэтажки. Неизвестно, только живет тут кто, нет. Тут ставни закрыты. Вот здесь открыто, да, цветы. Вот люди живут. Так здесь. Вот тут еще много таких домов. Прям в центре города вот такие стоят домики. Тоже люди живут. Подсвечивает на камеру. Там эти цветы стояли на огне. Тут вот такие ставни. Ну тут вот это уже не дом, тут, наверное, магазин, скорее всего. Яблочки мелкие. Их еще морозом должно стукнуть, чтобы они были мягкие. Дома памятники, наверное, их нельзя сносить. Да? Так бы их уже давно снесли. Высотки поставили. Этот дом видно, что как бы как будто реставрировали его. Подкрашивали. Вот указатели. Это вокзал, дом усадьба Тербецких, Нижняя набережная. Короче, указатель. Это улица Дзержинского. Главная улица, где находится центральный рынок. Кому интересно знать. Воду в Иркутске можно пить вот прям на улице. Вот из таких колонок. Чистейшая вода. И вот такие горелые стоят. Никому не нужные. Никто не разбирает ничего. Это улица Карла Липнихта. Сейчас будет сворот на Софью Перовская направо.
Тут вот дом такой. Ставни вросли в землю. Ну их открыть еще можно при желании. Земля у дома уходит уже. Это следующий дом. Тут живут. Видно, живут люди. Тут тоже почти до земли. Тоже свет горит. Кто-то лежит там. Живут тут люди. Вот такие дела. А вот где вот такие частные дома и у них воды, скорее всего, нету. Отопление тоже печное. Да это в центре Иркутска. Вот поэтому стоят и колонки. Они здесь воду набирают. А мы вот туда идем. В карамель. Короче, одним словом, Иркутск – это большая деревня. Зашли покушать, я взял сотик. Пицца такая большая, самса. Чё ты взялся? И лепёшек домой в тандыре. Я люблю такие лепёшки. Что ты ржешь-то? Все по красоте. Всем приятного аппетита. Такое заведение, все продается тут. Курочка, что хочешь. Солянка, не солянка. На любой вкус. Все, мы подкрепились немножко. Вообще по красоте. Тут в карамели как Новый год. Моргает все. Голубые ели, походу. Шишечки все. Голубая ель. Все, мы приехали уже домой. Погода не айс, погода как осенью. Что легко оделся, даже надо куртку одевать. Сибирь. Такая маточка Сибирь. Такой ливень. Хренач. Вот так видно хорошо. Короче, лето кончилось. Уже не покупаешься. Как на юге. Скоро белые мухи полетят. Трава еще зеленая такая, красивая. Аж осенью как высохнуть, да, должна. И еще как бы даже вот как косить можно. Как она как будто на сенокос такая. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Пока-пока.